Друзья, добрый день. Сегодня 22 июля. Сегодня я готовил для своих друзей и знакомых ярудинское авторское блюдо с определенными элементами и бишбармака, и многих других. Вот, получилось очень вкусно. Тесто размешивали самостоятельно. Раньше нам помогал Галя, теперь ее нет, делали сами. Ну, месили дольше, чем съели. Вот, поэтому даже крошки не осталось. Вот. И день такой был интересный. Интересные облака, радуга. И у нас активизировались мелкие насекомые. У них начался брачный период. Так что Еру заживет. Всем хорошего настроения. Мы убираемся, готовимся. Вот мы готовим ярудинское, дядя Витя. Ой, по большой просьбе, в конце рабочего дня сказал, сделают сейчас тесто для лепешек. Вот у нас ингредиенты.